Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается вероятность возникновения пожаров и тяжесть возможных последствий от них. Так, буквально несколько дней назад в поселке Баматбек-Юрт произошло возгорание сухой травы. В поселке Баматбек-Юрт на новых планах имеется большое поле, да, где земельные участки, где ведется строительство новых домов. Имеется огромное количество сухой травы. То ли детская шалость, то ли преднамеренный поджог привели, как видите, к такому результату, да? Едва не пострадали жилые постройки. Если бы не сплоченность людей, если бы не своевременное прибытие пожарных, мы бы имели здесь катастрофические потери. Причинами пожара в этот период могут послужить нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность транспортных средств, поджог, возникновение пожаров. Наиболее вероятно, когда начинает подсыхать прошлогодняя трава, горючий мусор на территории объектов и около жилых домов, остатки грубых кормов около надворных построек и сельскохозяйственных объектов. В это время причиной пожара могут послужить даже непотушенная сигарета или спичка, попавшая на сухую траву или мусор, а также оставленный без присмотра костер. Управление ГОЧС ИПБ настоятельно рекомендует жителям города Хасавюрт, которые имеют во владении земельные участки и производят на них строительство. Будьте бдительны, соблюдайте чистоту и порядок на вашем земельном участке, так как не своевременная уборка сухой травы и строительного мусора могут привести к возникновению пожаров. У нас наблюдается повышенная температура на всей следующей неделе под 40 градусов. Уважаемые жители города, будьте бдительны. Только строгое соблюдение и своевременное выполнение требований пожарной безопасности, проводить очистку территории предприятий и организаций, не проводить сжигание мусора и выжигание сухой травы на территории и вблизи населенных пунктов и лесных насаждений и многие другие позволят избежать пожаров и их разрушительных последствий в весенне-летний пожароопасный период. Сабина Аджиева, Мажит Булатханов, информационная программа «Пульс».